Лариса Удовиченко наконец-то восстановилась после тяжелой травмы и вернулась к светской жизни. Актриса пришла на показ спортивной драмы «Легенда о самбо» в компании своего друга Эвклида Кюрдзидиса. Удовиченко рисковала остаться незамеченной, так как за время лечения сильно изменилась внешне. Она похудела и поменяла имидж, из-за чего стала почти неузнаваемой. Напомним, зимой этого года она была госпитализирована с переломом позвоночника. По ее словам, травма стала следствием неудачного падения на съемках. В то же время бывший муж Удовиченко намекал, что она рухнула, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Геннадий Болгарин заявил, что актрису и раньше тянуло на подвиги, когда она выпивала.